Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Зараз в ефірі прес-центр. Тема прес-конференції «Кібербулінг у школах Дніпра. Як батькам і дітям протидіяти інтернет-насильству?». За даними Microsoft, з кібербулінгом стикається 65% дорослих і підлітків, причому другі схильні до цькування частіше. Як батькам та дітям протидіяти інтернет-насильству і чи караються кривдники законом, сьогодні нам розкажуть наші спікери. Психологиня Юлія Сіліна та адвокатка Світлана Тропчина-Агалакова. Вітаємо вас у прес-центрі. Вітаю. Пані Юлія, розкажіть нам для початку, що таке кібербулінг і чим він відрізняється від реального булінгу? Все слышали понятие буллинга, это уже освещалось, очень много писалось. И в понятие буллинга, в самой буллинг входит одна из направлений, это кибербуллинг. Почему называется кибербуллинг? Уже из самого названия понятно, это связано с компьютеризацией, социальными сетями и со всей техникой, которую используем мы в повседневной жизни. Что такое кибербуллинг? Кибербуллинг – это нападение с целью нанести какой-то психологический вред ребенку. Скажу сразу, что кибербуллинг не только получают дети, этим могут попасть в эту ситуацию и взрослые. Какие же бывают принципы, виды кибербуллинга, потому что мы пользуемся очень многими. Это прежде всего социальные сети, это все каналы связи, информационные каналы связи, это телеграммы, вайберы, ватсапы, все, что пользуется. Сюда же входит электронная почта. Чем отличается кибербуллинг от буллинга? Тем, что первое, в самом буллинге мы встречаемся тет-а-тет с участниками, то есть агрессор встречается с жертвой. Они видят глаза друг друга. Это может быть телесное повреждение, это может быть с помощью слов. А кибербуллинг, он немножечко такой завуалированный. Почему? Потому что иногда человек, который попадает под кибербуллинг, становится жертвой этого насилия, он не знает и не видит того человека, который наносит ему психологический вред. Потому что можно, например, общаться с другим человеком через несуществующий или вновь созданный аккаунт Фейсбука. Или, например, создать какую-то новую почту, которую создал, и с помощью этого тоже слать письма, фотографии или какую-то присылать информацию. Это первый момент. И второй момент, о котором я говорила, это то, что нету контакта в глаза. То есть неизвестный человек. Этим и отличается кибербуллинг. Я скажу, что по своей силе кибербуллинг иногда приносит намного больше вреда, чем обычный буллинг. Потому что физическое насилие, оно проходит, психологическое, с этим еще сложнее справиться. Особенности очень сложно, когда ты не знаешь, с кем ты имеешь дело. Такая вот, в принципе, отличие. Пані Юлія, скажіть, що можна сказати з приводу статистики агресії в інтернеті? Смотрите, сейчас на данный момент у нас Украина стоит на четвертом месте после Албании, Белоруссии и России. То есть, чтобы вы понимали, уровень кибербуллинга у нас сейчас очень высокий, и попадают под него очень большое количество наших детей. По статистике ЮНИСЕФ, где-то 92%, которые сталкивались с кибербуллингом. По опросам школьникам, 52% были участниками кибербуллинга и были, по большему счету, жертвами кибербуллинга. Из них 7% – это те дети, которые немножечко со своей внешностью не мирятся или, может быть, чем-то отличаются своей внешностью. 5% – это этническая культура, это национальность или вероисповедание может сюда попадать. И 5% по ориентации. То есть есть детки, которые вопросы есть по их ориентации, естественно, они попадают под кибербуллинг. Пані Світлана, ви можете сказати, як часто звертаються ось такими проблемами з питаннями? Хочу сказати спасибо большое, большая честь прибыть вам полезной и приглашенной. Спасибо огромное. Хочу сказать, что, конечно, задача любого нашего эфира, чтобы повлиять. Вот моя задача, чтобы вплинути. Як вплинути позитивно? Почему? Потому что
Ну вот мы сейчас разговариваем, и я точно знаю, что большинство людей считают, что кибербуллинг – это что-то, в общем-то, такое, ну, далекое. Ну, кибербуллинг, ну, наверное, где-то что-то есть, какой-то кибер. Вот на самом деле это действительно вещь очень распространенная. И самая главная наша задача сегодняшнего эфира – сказать о том, что вообще это подчинено закону, оказывается. Вот я сегодня взяла утром телефон, понятно, что мы, каждый из вас, каждый из нас взял сегодня телефон, в какую-то сеть попал. Я готовилась к эфиру, посмотрела Вайбер вопросы, то есть кто-то посмотрел Facebook, кто-то еще куда-то посмотрел. Вот где кибербуллинг, прежде всего. А это каждый день, каждый из нас в этом может участвовать. Вот как у нас, ну, в практике, вот последний свежий случай, взрослая женщина, мы говорим сейчас не только о детях, и о взрослых, попала в ситуацию с сайта знакомств с каким-то мужчиной в Сирии, вот, лишнюю какую-то некую информацию дала, вот тут надо понимать, что нужно давать и кому, какую информацию, и из Сирии ее просто каждый день бомбили буквально звонками о том, что она должна перечислить деньги, иначе она будет опубликована с какими-то фотографиями, не с какими-то фотографиями. Молоденькие девочки, девочки-школьницы могут полуинтимно как-то сняться, как-то интимно, кому-то отправить, еще не понимают, что с этим можно сделать. А потом это может быть шантаж, в том числе перед будущим мужем. Поэтому очень важно понимать, что это такое, каждый день может случиться. То же самое, например, вот у меня есть знакомая, у которой в Днепре внучка погибла от синего кита. Это мы знаем все, да, это такое интернет-убийство было. Многие дети, в том числе вот и лично, вот она мне рассказывала, как это произошло с девочкой, с подростком, с ее внучкой. Вот. Кроме того, могу сказать, что когда мы что-то кому-то пишем, кому-то, вот я точно так же вот первый раз помню, зашла в Facebook и опубликовала какую-то фотографию, была впечатлена поездкой, была в Страсбурге, в Европейском суде. Первая моя фотография была, это вот из зала суда, где судьи слушали дело, было против Украины, Украина против России. Вот. И вот мы вышли, сфотографировали. И какие-то, ну, посты пошли какие-то в ту же секунду, вот, и какая-то женщина агрессивная написала. Ну хорошо, что я адвокат и понимаю, как реагировать. Я говорю, представьтесь, пожалуйста, она под каким-то именем таким странным, каким-то непонятным, явно не фамилия. Напишите свой адрес, какие у вас претензии, мы с вами встретимся. Какие у вас вопросы? Она мгновенно исчезла. То есть, ну, во-первых, я и не испугалась. А сколько людей может подвергнуться таким ситуациям конкретным? И тут главное понимать, что же вообще-то делать. Вот какие ситуации, что же делать. Так, що робити? І чи є взагалі в Україні закон, який може ось протидіяти цьому цькуванню в інтернеті? Да, я хочу сказати, що закони є, друзі мої. Много законів. Прежде всего, прийнят закон в 2018 году. Именно о кибербуллинге. Вообще буллинг – это от слова английского «bull». Вот, люди часто говорят, что ты быкуешь? Извините, это не сленг, это перевод вообще уже с английского. «Бык», чего ты быкуешь? Это значит, вот, ну, человек странно себя ведет. Поэтому именно в отношении буллинга, в том числе и кибербуллинга, есть, существует законодательство. Именно, если перевести на русский, на украинскую – це цькування, а еще до російської – це травля. То есть это реально травля. И есть ответственность за это. Это статья 173 со значком 4 Кодекса об административных правонарушениях. Многих может смутить административная ответственность. Ничего страшного, никого не посадят. И люди так годами могут и страдать. Но самое главное, хочу повлиять на то, что понятно, что когда мы открываем Вайбер, Фейсбук и так далее, мы подпадаем под закон. И если что, друзья мои, есть защита закона. В частности, вот эта статья Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, есть случаи, если мы говорим про синий кит, есть статья «Доведение до самоубийства». Это уже уголовный кодекс. Есть такая статья. Есть закон о защите общественной морали. Там четко написано, что такое буллинг, что такое детская порнография и так далее. Вот какие-то моменты, по которым можно привлечь человека к ответственности. Если кто-то опубликовал какую-то фотографию непристойную и так далее, вот тебе закон о защите общественной морали. Можно через суд заблокировать даже интернет-сайты. Вот. И вот с такими интересными посылами. И поэтому законодательство нужно однозначно использовать. И есть такая еще статья, хочу сказать, это уже уголовный кодекс. Развращение несовершеннолетних. Если какие-то вещи кто-то публикует, и понятно, что аудитория может быть несовершеннолетней, можно привлечь и по этой статье.
Теперь кто может привлечь, кто контролирует вообще ну, вот, выполнение этого законодательства и куда можно обращаться? Есть такое понятие, все слышали, киберполиция. Точно знаю, что не каждый даже юрист знает, что она работает. Друзья мои, киберполиция есть, и она работает. Я недавно была на обыске, и они там взломали одну дверь, и у них у всех вот здесь большими буквами «Киберполиция». Поэтому это были какие-то сайты сомнительные и так далее. Поэтому надо запомнить, что есть законодательство, которым можно воспользоваться и защититься. И второе, нужно запомнить, что существует такие киберполиция. Могут найти с какого-то сайта, с какого дома это происходит. И мы в данной ситуации думаем, что ну, человек что-то выпустил с какого-то странного аккаунта или через VPN, можно не найти. Действительно это сложно, поэтому надо быть осторожным. Но то, что полиция есть, и у нее есть успешные, результативные дела по успеху и закрытию таких незаконных сайтов, это тоже есть. Вот. И очень важно хочу сказать, что если обидели в сетях ваших детей, лично вас, никто не отменял то, что знают все. Иск о защите чести и достоинства деловой репутации. Если кто-то пострадал, то можно предъявить такой иск. Потому что часто это не очень неизвестные нам люди, а конкретно известные люди. Одноклассники, какие-то коллеги, друзья бывшие или вообще какие-то странные люди, которых можно найти. Поэтому иск о защите чести и достоинства и деловой репутации со взысканием морального вреда существует. Тобто, если трапиться такой випадок, треба звертатися до поліції? Або киберполиция, куда вперше звертатися? Значит, прежде всего, конечно, киберполиция, мы вот сегодня говорим о том, что она есть и она работает. Поэтому прежде всего, конечно, мы говорим о ней. Это специальный орган. Но где ее найти, никто точно не знает. Поэтому первое, запоминаем, как всегда, 102 – это полиция. И туда обращаемся. Всегда в полицию. И в полиции это заявление уже будет направлено в киберполицию, в специальное подразделение. Так, зрозуміло. И извините, пожалуйста, хочу сказать, что киберполиция работает, она говорит о том, что она есть, и поэтому они опубликовали свой телефон для оперативного предоставления помощи информации. Департамент киберполиции Национальной полиции Украины ввел сервисную службу, ввел в действие телефонный номер 0800 50 51 70. То есть даже их специальный телефон есть, который, кто дружит с интернетом, заходит и видит этот телефон. Или просто 102. Так, пані Юлія, декілька речень можна про психологічний портрет людини, яка стала жертвою кібербулінгу або, можливо, може стати. Розкажіть нам. Обычно попадают в эту ситуацию детям, которым уделяют очень мало внимания родители. Почему они ищут приключений в социальных сетях, потому что им хочется развлечься, им хочется внимания, им хочется общения. То есть, если ваш ребенок каким-то способом имеет сложности с общением со своими сверстниками, обратите на это внимание. Это первое предпосыл к тому, что ребенок может попасться именно на такие сайты, где ему расскажут, что мы тебя поймем. Вот, мы тебе расскажем, мы тебе поддержим. И там, именно в социальных сетях, он, ребенок, начинает получать поддержку. И, естественно, после определенных этапов поддержки, когда ребенок уже доверился какому-то там человеку неизвестному, вот, например, как «Синий кит» у нас была ситуация, и тогда можно манипулировать этим ребенком. Это один из вариантов. А второй вариант, кто попадает, это касается и взрослого, и ребенка, это те люди, которые попадают под влияние. То есть, если вы видите, что человек склонный под влиянием, это первый тоже предпосыл, что это, с этим человеком очень легко через кибер какие-то страницы можно как бы манипулировать. Почему-то, опять же, это личные характеристики каждого человека. Каждый человек имеет свой какой-то определенный процент влияния. То есть человек попадает под влияние. Но есть люди, которые больше попадают, а есть люди, которые меньше. Есть люди, которые здраво оценивают ситуацию, вот как в случае, о котором только что рассказывали. Есть люди, которые сразу начнут паниковать.
И вот это первый признак того, что нужно успокоиться и здраво посмотреть на эту ситуацию. Очень много особенностей дети, у детей подростковый возраст, он сам по себе очень сложный, и им очень много нужно внимания, им очень много нужно доверия, и тогда ребенок не попадет ни в какие ситуации. То есть в синяки попадали те дети, которым как раз не хватало общения и были семейные проблемы. Именно детско-родительские или между родителями, или неблагополучные семьи. То есть вот такая категория детей попадали под влияние этих сайтов. Если позволите, так, я продолжу по поводу этого тоже. Вот хотим же повлиять в данной ситуации. Вот если какие-то родители сидят и говорят, ну перерастет, все будет хорошо, а может и не будет, не знаю. Вот, то я хочу вам сказать, что законом предусмотрена четкая ответственность родителей за кибербуллинг и за буллинг вообще. То есть если родители думают, что их дети сидят в телефонах или сидят там на сайтах каких-то или в соцсетях и что-то кому-то пишут, то никакого отношения они к этому не имеют. Однако закон предусматривает часть вторая вот этой той самой статьи 173 со значком 4 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает ответственность именно родителей. И в том числе родственников, кстати, если там усиленная ответственность. Вот, то есть родители, если что-то это совершено детьми до 16 лет, считается, то несут ответственность в том числе родители. И хочу еще сказать, что касается учителей. Господа учителя, которые нас слушают, я верю и знаю, что у нас учителя неравнодушные, они профессионалы, они четко чувствуют детей. Но бывают разные ситуации. Поэтому хочу сказать, что этим же законом указано, что учителя несут персональную ответственность, если они скрыли этот факт кибербуллинга или буллинга. То есть я о чем хочу сказать, что если кому-то из учителей известна эта информация, что кто-то что-то происходит, где-то кто-то, не обязательно кибербуллинг, а это может быть просто буллинг в классе, и учителя не сообщили на 102 в полицию, то они несут серьезную ответственность. Вот это тоже нужно знать. То есть, как говорил Чехов, равнодушие – паралич души, чтобы мы не жили в парализованном обществе, государство и законодатель предусмотрело такой закон, что мы не должны быть, не просто не должны быть равнодушными, мы обязаны быть активными, иначе будет ответственность. Пані Юля, а можна ще таке узагальнюючи, як вберегти себе та своїх дітей від кібербулінгу? Прежде всего, об этом нужно говорить в школах учителям, нужно родителям очень внимательно к этому относиться, смотреть переписки детей. Очень важно вот иметь такие доверительные отношения там, где родители могут посмотреть, о чем дети общаются. И опять довериться, доверительные отношения, это семейные отношения, поддержка. Очень важна поддержка. Когда ребенок чувствует поддержку, он никогда не пойдет рассказывать кому-то, он придет и расскажет родителям. И это вот самые важные критерии, которые уберегут наших детей. Можливо, ще якісь приклади ось із таких останніх ситуацій можете навести, які зустрічалися на вашій практиці? В моей практике я как раз тоже переживала синий кит, и самое интересное отметила, что пустили такую панику, что и родители, и дети больше кипишевали, паниковали, истерили, потому что я видела истерики. Вместо того, чтобы проводить профилактическую работу, объяснять, говорить, показывать, рассказывать, кому можно обратиться, зачем обратиться, то родители больше истерили. Они сбрасывали в соцсетях всем, и меня это очень сильно удивляло, почему родители так ведут. Вместо того, чтобы обратить внимание на свою семью и заботиться о своей семье, нужно было вот очень быстро распространить эту информацию, и этой информации было столько, и вылаживают истории. То есть истории, как ребенок покончил жизнь самоубийством. Зачем об этом говорить? На самом деле просто, ну, нужна статистика, но не говорить о том, как это происходило. Почему? Потому что цепочка запущена, ребенок посмотрел, почитал, ой, я так хочу, и начинает копировать. Были ситуации, когда через, опять-таки, мобильные телефоны делали угрозы,
предъявляли через сообщение. И важно научить ребенка правильно к этому относиться. Не всегда мы знаем, кому обратиться, на кого повлиять, чтобы прекратились эти угрозы. Я ранее говорила, что чем отличается кибербуллинг, тем, что мы не знаем, кто это иногда. Ну, то есть это какие-то вот подставные аккаунты, с которыми шлют сообщения. Очень важно научить ребенка, как правильно реагировать на эти вещи, чтобы он не велся, чтобы он эмоционально не включался, чтобы он эмоционально не реагировал. І правильно. Дякую, пані Юля. На жаль, наш ефір добігає кінця. Дякуємо вам, що завітали до нашого прес-центру. Прес-центр завершує свою роботу. Нагадаю, сьогодні ми говорили про кібербулінг у школах Дніпра, розбиралися, як діяти батькам, дітям, як протидіяти інтернет-насильству. В гостях у нас були психологиня Юлія Сіліна та адвокатка Світлана Торопчина-Галакова. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!